тихонечко слушай. Не мешайте другим. Библиотека. Однажды папа собрался пойти в библиотеку. Папа, а зачем ты туда идешь? Чтобы найти старинный кондитерский рецепт. А что, библиотека это место, где хранятся старинные рецепты? Не только рецепты, Гоша. Библиотека это место, где хранятся книги обо всем на свете. Ого! Да. А хотите-ка, тетки, я возьму вас с собой? Да! Так, котятки, постойте тут, а я пока узнаю насчет книги.